вечерний Будапешт. И здесь вы можете увидеть вот такой транспорт и весело отдыхающих молодых людей. Да, здесь вечером не то, что в Вене. Очень весело, причем все они сидят не просто отдыхают, выпивают, они еще крутят педали. Вот такой, такой интересный транспорт я увидела впервые в своей жизни. Нужно загадать желание. С вами была Иванова Лариса. Приветствую вас. Сегодня первый день в Будапеште. Прибыли из Вены, а завтра нас ждет международный семинар по онлайн-туризму. Пока, друзья, до встречи.